Жил-был бедный ремесленник. Поработав в мастерской, он случалось навещал богатого сеньора, жившего неподалеку. Ремесленник стучал в дверь, осторожно входил и, оказавшись в богатых покоях, перед знатным господином снимал шляпу и отвешивал почтительный поклон. «Что тебе, братец, от меня надобно?» — спросил его однажды хозяин дома. «Вижу, как ты то и дело приходишь меня навестить, отвешиваешь поклон, а затем молча уходишь ни с чем. Коль ты нуждаешься в чем-нибудь, то сделай милость, проси, не стесняйся». «Благодарю вас, ваша светлость», — с почтением ответил ремесленник. «Я прихожу к вам, чтобы отвести душу и посмотреть, как живет богатый человек. Такую роскошь можем себе позволить только мы, простолюдины. К сожалению, вы, знатные сеньоры, лишены этой благодати, и вам негде отвести душу, ибо вокруг вас обитают одни только бедняки, вроде меня».